характерного именно для нашего региона. У нас формируется приземное циклоническое образование над Черным морем, так называемая Черноморская депрессия, которая, в общем-то, как раз и будет создавать вот этот отжимной ветер. Поскольку у нас холодок на Черное море зашел, вполне возможно его существование в районе Анапы. Достаточно длительный период времени это продолжаться не будет, в связи с тем, что у нас в общем и целом синоптическая ситуация меняется через 3-5 суток. Уже в середине недели мы ожидаем, что через территорию края будет проходить очередной фронтальный раздел. Черноморскую депрессию он немножко придвинет туда на юго-восток, ближе к границам Турции. В общем-то, большой, серьезной угрозы мы не ждем, при том, что даже этот же отжимной ветер, он достаточно умеренный, в общем-то, не сильный. Погода у нас налаживается, температурный фон повышается, и я думаю, скоро курортный сезон будет в самом разгаре, в связи с тем, что и температура морской воды также повышается. В настоящее время местами уже до 20 градусов доходит.